каменное масло со зверобоем. Каменное масло – это такой минерал, который образуется преимущественно в расщелинах и в трещинах сланцев. Его целебные свойства настолько обширны, что его можно принимать практически при всех заболеваниях, так как в первую очередь масло действует на иммунную систему, то есть повышает защитные свойства организма. Каменное масло употреблять можно внутрь, наружно и в комбинации. Оно имеет огромный спектр действия. Параллельное применение каменного масла внутрь и наружной компрессии позволяет лечить такие заболевания, как онкология желудка, кишечника, пищевода, легких, печени, молочной железы, мастопатию, невралгию, женские гинекологические заболевания. Также каменное масло лечит все заболевания желудочно-кишечного тракта, гипертония, простатита, очень эффективно для восстановления после операционный период, помогает при инсульте и также при эпилепсии. Зверобой же, в свою очередь, издревле использовали для улучшения функционирования нервной системы, то есть нормализации деятельности мозговых клеток. Он необходим для строительства материалов, для обновления поврежденных клеток. Зверобой с каменным маслом является мощным антиоксидантом. И действие каменного масла со зверобоем очень эффективно при таких заболеваниях, как слабоумие, так как улучшается мозговое кровообращение, при рассеянном склерозе, при ухудшении памяти, при постоянном чувстве страха, тревоги, при бессоннице. То есть также его можно использовать при ожирении печени и восстановлении структуры печени. И каменное масло со зверобоем нормализует уровень холестерина в крови. Значит, представлена она в виде такой колбочки, в которой уже насыпано 3 грамма каменного масла. Эти 3 грамма растворяются в зависимости от, если повышенная секретность желудка, то растворяется, кислотность желудка повышенная, то растворяется в 3-литровой банке. Вот 3 грамма на 3-литровую банку. Если, в принципе, нормально у человека функционирует все, то тогда растворяется в 2-литровой банке кипяченой воды. И выпивается по полстакана до еды 3 раза в день. Хранится данный раствор всего 10 дней. Будьте здоровы!